Молдавские эпидемиологи бьют тревогу. Ближайшие две недели будут ключевыми в развитии пандемической ситуации в Молдове. Количество случаев коронавируса после зимних праздников может увеличиться. Возможен рост числа случаев из-за повышенной активности на праздники. Многие отмечали со своими родственниками в селах и городах. О случаях нового штамма коронавируса, который быстро распространяется по Европе, у специалистов пока нет данных. Пока мы знаем о нескольких людях, вернувшихся из Великобритании. У одного из них легкая форма. Когда он обратился за справкой для выезда в Румынию, выяснилось, что у него новый коронавирус. Мы не должны паниковать, система готова. Эпидемиолог Константин Спыну заявил, что за границу будут отправлены анализы лиц, которые вернулись из стран, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом. На следующей неделе у нас будут на руках изъятые образцы, и мы отправим их быстрой почтой. Результаты появятся, исходя из загруженности этой лаборатории. С 20 декабря у 23 молдавских граждан, вернувшихся из Великобритании, был диагностирован COVID. В Молдове нет возможности для выявления нового штамма коронавируса. Наша страна надеется на помощь Всемирной организации здравоохранения.